Сергиева посадских единороссов отметили на региональном уровне. В Красногорске в Мособлдуме прошло заседание областного совета руководителей фракции «Единой России». Подводили итоги партийной работы в 2022 году. Так, руководитель фракции в Сергиево-Посадском совете депутатов Константин Негурица был признан одним из лучших руководителей партийных объединений муниципальных представительных органах власти. Кроме того, председателя совета депутатов Риту Тихомирову наградили знаком Мособлдумы третьей степени за плодотворную депутатскую деятельность и высокий профессионализм. Среди награжденных был депутат Мособлдумы от нашего округа Олег Гаджиев. Единороссы отметили, специальная военная операция перестроила работу партии в прошлом году. В общественных приемных «Единой России» были организованы центры поддержки семьи мобилизованных и пункты сбора гуманитарной помощи. Многие депутаты побывали на месте боевых действий, чтобы помочь жителям присоединенных территорий. Наша святая обязанность уделять внимание семьям мобилизованных, тех людей, которые проводят время в зоне специальной военной операции, сбор гуманитарных грузов, оказание помощи армии и гражданским – это тоже значительная часть нашей работы, и мы ей занимаемся активно. Все семьи у нас на прямом контакте с депутатским корпусом, с центрами поддержки семей. Все вопросы, с которыми обращаются, и даже проактивно занимаются анализом того, что необходимо. И, конечно, одна из важнейших партийных задач – работа по наказам избирателей и депутатский контроль за разными сферами жизни в муниципалитетах. Это и сфера благоустройства, сфера капитального ремонта социальных учреждений и МКД, и дороги, строительство социальных объектов, расширение ветхого фонда. И это все контрольные функции, как они проходили все. Было очень приятно, что фракция в нашем Совете депутатов Сергиево-Посадского городского округа была отмечена. Мы входим в десятку, и мы заняли второе место по качеству работы, и это было сегодня отмечено. Поставили на заседание задачи и на текущий 2023 год. Они практически все те же самые. Будем поддерживать и дальше всех ребят, которые сейчас защищают всех нас. Будем поддерживать их близких, родных. И, конечно же, в центре внимания партии остается работа с жителями на местах по самым насущным вопросам. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».